У нас все хорошо приклеилось и снимаем с пяльцев нашу вышивку. Готово. И начинаем ее вырезать с припусками примерно по сантиметру. Припуски оставляем по сантиметру с каждого края. И немножко убираем по краям. У нас также получается многоугольник, как и когда мы использовали бархат. И точно так же мы начинаем потихоньку стягивать все. Здесь ничего держать не надо, потому что у нас основа приклеена, и она хорошо держится. По той же самой схеме сначала стягиваем самую выпуклую часть края. И теперь уже крайние. Стянули и стягиваем наши уголочки. По мере работы всегда все поправляем. Видите, с этой стороны уже стянули все хорошо. Поправляем наши пайеточки. И когда мы уже приложим, они все встанут на свои места. И смотрим с обратной стороны, чтобы не было ничего видно лишнего. Здесь у нас чуть-чуть упирает. Ее немножко затянем. Все, мы уже стянули, и осталось закрепить нашу нить. Также проводим иголку через ткань. Закрепляем, затягиваем. Еще раз провели и через петельку, которая у нас тут осталась, проводим иголку. Еще раз в этом же месте затянули чуть-чуть. У нас вот образовалась петелька и через нее. Готово. Наши две части уже подготовлены. Их необходимо сшить вместе и закрепить фурнитуру.